сидел на озере рыбак, в лодке с удочкой дремал и потому не замечал, как на воду лег туман. А потом увидел он белый пар со всех сторон. Что мне делать, как не быть? Как узнать, куда мне плыть? Посмотрел вперед-назад и поплыл он наугад. Но коснулось на весло, берег рядом повезло. И рыбак пришел домой, дверь толкнул своей рукой. Видит в комнате жена, словно статуя она, и не смотрит на него. За окном застыла ночь, неподвижно в люльке дочь. Над плитой часы стоят, мухи в воздухе висят. Сын стоит, разинув рот, и в прыжке со стула замер кот.